Ой, сломался. Всем привет, меня зовут Зюба Дарья, и сегодня мы поговорим о скульптурирующем наборе от Ким Кардашьян. Да, я еще раз повторюсь, я слоупок, он до меня только дошел, точнее, дошел он до меня еще недели полторы назад. Шел он ко мне с официального сайта где-то в районе полутора-двух недель. Стоит этот набор $48, но я сейчас вам не буду говорить о том, что только этот набор и все дела, я сравню этот набор с фейком. Да, я решила пойти дальше и подумала, а почему бы мне не заказать к оригиналу еще и фейк и наглядно вам показать, что не все, где написано KKW, является классненьким. У меня сейчас на лице часть моего лица — это оригинал, часть — это фейк. Дальше вы увидите, как я вот до этого докатилась, но вы уже можете посмотреть, что с одной стороны я такая рыжуля, с другой стороны я вроде ничего такая благородная, я даже специально по этому случаю заплела косоньки, как у Ким. Просто понимаете, я для вас готовилась. Так вот, я уже сказала, сколько мне шел оригинал. Фейк мне шел дольше, потому что это был eBay, но это же понятно, откуда он ушло и почему так долго. Стоил мне фейк 269 рублей. Ссылки как на оригинал, так и на фейк внизу в описании. Кстати, девочки, если вам интересна рубрика сравнения фейков и оригиналов, оставляйте свои комментарии, потому что те, кто со мной на канале постоянно, уже заметили, что это не первое видео сравнения фейка и оригинала. Если вам это интересно, я продолжу, потому что я заказала еще несколько продуктов, фейков и оригиналов, и о них тоже будут видео. И даже если вам не интересна эта рубрика, то извините, ребят, видео будут выходить, потому что я считаю, что это очень круто сравнивать и показывать наглядно, что не надо стремиться купить подешевле. Вы рискуете нарваться на фейк. Но давайте начнем. Давайте начнем с того, что мы посмотрим эти два пакетика покрупнее, а потом я уже перейду к практике. Слева у меня оригинал, справа у меня фейк. И уже сразу по пакетам понятно, что оригинал от фейка очень отличаются. Оригинал большой, коричневый такой пакет любимого цвета Ким и ее силиконовых платьев. А здесь он откровенно розовый и как бы, ну, розовый-розовый, более маленький. Также на зипе эти два пакета. Переворачиваю. Здесь мы видим, на фейке есть автограф от Ким, которого нет на оригинале. Вот так-то, хоть какой-то плюс от фейка. Если посмотреть на саму наклейку. Вот тут с наклейкой такой момент, что вообще все одинаковое, кроме Made in, где было произведено. Если в оригинале написано Made in USA, сайт kkwbeauty.com, то у фейка страна производителя совсем другая, и сайт тоже другой. Обращайте на это внимание, если вы сомневаетесь, оригинал это или нет. Давайте доставать. Опять же, цвет оригинала, он более коричневый, более такой нюдовый. Я бы не сказала, что это прямо розовый цвет, это скорее бежевый. И фейк откровенно розовенький, такой бледно-розовый. Также в оригинале кисточка вот в такой упаковочке, которая открывается-закрывается. Давайте начнем непосредственно с самих кистей. У оригинала кисть, с одной стороны, жесткая, синтетическая, с другой стороны, плюшечка. Можно менять головы. Ну вот я, честно, ни разу не смогла отковырять эту голову. В случае чего, если вам там надо поменять на другую голову или что-то типа. Спонж жесткий, но в то же время я не скажу, что неприятный. У фейка это похоже на какой-то Тадж-Махал просто по внешнему виду, такой чпоник. Вот здесь голова достается очень легко. Даже упрашивать не надо голову для того, чтобы она досталась. Пластик более легкий, более дешевый. Есть надпись KKW. И тоже в оригинале она есть, но они совершенно разные. Если смотреть типографии и, в принципе, даже по размеру кисточки отличаются, хотя это типа одно и то же, но нет. Во всех параметрах кисточки отличаются. Фейк подлиннее, пожиже, и если посмотреть, у меня у фейка кривой срез. У меня фейк очень криво срезанный, а оригинал он все-таки поинтереснее в этом вопросе. Ну и в принципе и выбито намного легче. Если в оригинале плотно выбито, то у фейка это как-то жиденько. Сами стики. Да, кстати, у меня стики и от Ким, и фейк в оттенке light. Я взяла для себя светленький, хотя на пакете фейка было прописано medium. Но нет, у меня light. Давайте смотреть на сами. Внешний вид. С одной стороны есть надпись KKW, с другой стороны есть описание, что это тон 1, тон 2. Это контур. Прописано слабенько видно, но все это читаемо. Есть срок годности, сколько после вскрытия. То же самое с хайлайтером. Есть надпись, что это light highlighter, что срок годности первый, второй. И тоже написано KKW. Это все есть. Очень
очень бледненько, очень так натурально сделано. У фейка тоже есть KKW, но они уже с большим блеском. Также еле заметно прописаны, кто там, сколько после вскрытия, это все есть. Но намного жиже прорисовано. Начнем с контура. Контур. С одной стороны, он более холодный. С другой стороны, он более теплый, как бронзатор. И сама Ким там рассказывала о том, что это первый, а это второй. Вот такие они. Первый он более холодный, а второй более такой порыжее, побронзовее. Выкручиваем. И есть вот этот подводный момент, о котором рассказывали уже все блогеры, все, кому можно было рассказать. То, что по основанию он немного поуже, и за счет этого он ломается. Поэтому, ребят, аккуратнее не выкручиваем. Сам по себе мне очень нравится этот пластик. Он приятный, комфортный. И очень дороговато выглядит, скажем так. Я напоминаю, что это один и тот же цвет. Light, да, fake. У фейка есть такая ситуация, что ты крутишь не ту сторону, а он прокручивается. Слышите, так чпок, выкручиваю. Фейка побольше, у него нет вот этой загнутой составляющей, он как просто как помадка. Фейк реально побольше. Может быть и не побольше, может он просто подлиннее, но потоньше, кто уж. И вот это первый. Смотрите, какой божественно рыженький. И вот это второй. Цвета разительно отличаются. Прям. И в том, и в другом случае это оттенок light, но цвета совершенно разные. Хотя на картинке, когда я заказывала фейк, картинки были прямо с сайта, прямо оригинальные, прям так вау. Я думала, ну как раз сравним. По размеру, если сравнивать, они тоже отличаются. Смотрите, фейк подлиннее. Причем подлиннее он по телу. Если крышечки одинаковые, то по телу он немного длиннее. Теперь давайте хайлайтер. То же самое. Высота разная, есть отличия. И в принципе у фейка более глянцевый пластик. То есть он сразу выглядит чуть-чуть подешевле. У меня пришел бракованный. У меня он уже был помятый, отломанный. Вот видите, кусок у меня был побитый. И я думаю, что это фабричный косяк. Также два оттенка. Есть один матовый и второй с хайлайтером, такой желтенький. Та же самая штука с тем, что в основании он немного заточен и получается более тонкое основание. По цветам это матовый, это хайлайтер. Фейк. Это матовый и хайлайтер. Я думаю, что уже даже очевидно видно, что это совершенно разные оттенки. Смотрите, матовый. Он пожелтее, если сравнивать с оригиналом. Оригиналом порозовее. И хайлайтер, откровенно розовый хайлайтер. То есть вы видите, что уже даже очевидно видно, что оригинал он такой, а фейк такого же цвета, совершенно другой. Как видите, эти два продукта очень отличаются внешне, как по цвету, так и по форме. И у фейка кисточка более скорая, не такая классная, как у оригинала. Но давайте посмотрим, как они ведут себя в деле. У меня на лице сейчас только CC тон и чуть-чуть праймера и консилера, самую малость. Хотя я видела, что Ким наносит свои средства на голое лицо, прям сразу просто супер увлажнила и дальше уже пошла работать этими штуками, если у меня есть только 5 минут на макияж. Левую сторону я буду делать оригиналом, а правую сторону я буду делать фейком, чтобы вы откровенно прочувствовали вместе со мной. Повторюсь, это первый опыт. Я до этого видео ни разу не пробовала ни KKW, ни фейк. KKW. Поэтому начнем. Начнем мы со скульпторов. Я беру первый. Вы уже видели, полюбас вы видели это видео, где Ким рисует себе звездюлю и вот такую троечку. И я это сделала первым оттенком. И вторым в основании волос я еще все как Ким завещала. И вот тут еще. И носик. Носик не забываю. А еще также по глазкам. И под глазком. Для большей скульптуры. Вот на глазках я разгоню пальчиком, а не кистью, потому что как-то глаз мне дорог. Также Ким говорит, что надо еще и губы-губы. Прям вот так вот губы-губы, чтобы они были пухлее-пухлее. Кожа моя, прости меня. Это была работа скульптором. Давайте я сделаю вторую сторону. А скульпторами непосредственно фейками. По-моему, уже разительно прям. Ой, у меня фейк сломался. Невзирая на то, что я его неактивно вытаскивала. И невзирая на то, что у него было более толстое основание. Он сломался. Теперь берем. О, мы берем дизайнер. Я беру кисть. Ким завещала, что этой частью борсовой нужно растушевывать скульптор, а вот этой частью растушевывать хайлайтер. Ну, давайте попробуем. Я чувствую себя Ким.
Я думала, честно, будет хуже, потому что я видела гневные отзывы на тему того, что кошмар, плохо тон, плохо то, плохо сё. Но мне очень нравится тот эффект скульпта, который дает. И кисточка это не такая болезненная, как я слышала. И, в принципе, ведет она себя очень даже неплохо. Сама текстура растушевывается тоже хорошо. Хотя поначалу мне казалось, что, когда я пробовала на руке, мне казалось, что ее вообще не останется. На верхней губе забыла растушевать. Что ее реально вообще не останется и будет... такое легкое послевкусие тона. А здесь она очень хорошо тушуется и очень натурально тушуется. Вот прям, что мне нравится. Хотя вы видели, я нарисовала себе чуть-чуть too much. Но давайте попробуем вот эту нашу вот фейковую сторону. Вандеркисть косая. Кстати, эта кисть мягче, чем оригинал. Так ощущение, что морковки наелась и морковка же накрасилась. Слушайте, тушуется намного хуже. Вот прям суши хуже тушуется. Мне кажется, он уже успел подсхватиться, пока я тут рассказывала о оригинальной стороне. Он просто обиделся. И где-то тут мне вспоминается мое видео топ-10 ошибок в макияже. Рыжие румяна как скульптор. Отвратительно тушуется кисточка. Я не знаю, то ли это в кисточке дело, то ли это дело в самой текстуре. Но вот эта вот вся штука, которая у меня сейчас на лице, замешала мой тон. Его куда-то сперло. И мне хочется добавить еще тона, потому что если здесь у меня есть ощущение того, что моя кожа наполнена, то здесь еще вылез мой везувий, который я замазывала активно. И волосы это все... Слушайте, реально, как будто я сделала макияж морковкой. Рыжая баба. Я думаю, что это как бы очевидно видно, что здесь это натуральненько выглядит. И даже если бы у меня не было вообще макияжа на лице, то эта текстура смотрелась бы на голую кожу хорошо. А вот мракобесие, дайте прыщик, что ли, немножко. Пока что оригинал-то все-таки получше. Особенно на контрасте сравнения, оригинал вообще очень крутой. Хайлайтер. Сначала возьмем матовый. Матовый хайлайтер Ким рекомендует наносить. Тотали под глазик. Ой, сломался. 1-1 в этапе поломки. Оригинал у меня сломался. Слушайте, что фейк, что оригинал, ломается одинаково. Это с учетом того, что я его фактически не выкручивала. Также Ким говорит, что ее этот матовый, вот этот матовый, можно использовать как база под тени и под помадку. И также можно тушевать пальчиками. Но я возьму вот этот спонж. Ким рекомендует его намочить. Его можно мочить как фикс-спреем, так и обычной маленькой. Но я не очень люблю мочить такие штуки, которые приклеены к основанию. Но давайте намочим. Сейчас воду возьму. Я обычной водичкой из пульверизатора. В размере он не увеличивается, хотя я ждала того, что он подувеличится. Хотя, честно, ничего от него не ждала. Слушайте, и плохо тушует, он стаскивает тон, дрянь. Вот он реально стаскивает тон, поэтому лучше тушевать либо пальчиком, либо бьюти-блендером, либо чем-нибудь еще. Но вот пока что вот эта часть, она гаденькая. Теперь хайлайтер, который сияющий. Мне в нем очень понравилась его текстура, потому что он очень кремовый, очень мелкий, прям такой наполненный, дает благородный хайлайтовый оттенок. Очень крутой по тому, какой в нем шиммер. Также я видела, Ким его использует как каял. Ну, посмотрим, скроются ли мои глаза от этого или нет. Опощипывает. Это, наверное, жир с щеки и ушел в глаз, и поэтому еще оправдываем. Что, у меня так ощущение, что у меня усы после того, как я затенила вот это вот сидела. Ну, я же делаю как... Тетушка Ким вещала. Завещала, ну давайте на ухо. Вот на ухе смотрится очень круто. Кому-то не нравится этот желтый хайлайт, а мне он очень нравится. И я чаще выбираю желтый хайлайт, нежели розовый. Потому что мне, на мне розовый, мне кажется, что я чуть-чуть Майк Блинчик, мой любимый. Здрасте. Я директор. Директор по продажам в Apex Select Майк Блинчик. И как вы сказали? Блинчик. Мне нравится. Также Ким говорила, что если вам недостаточно на щечках, то можно взять как раз вот этот бронз и чуть-чуть еще вот сюда добавить и пищ-пищ-пищ-пищ. Разогнать как румяшу. Ну, да, кстати. Ничего. Повторим трюк с фейком. Вот здесь мне очень нравится этот розовый хайлайтер. Он вообще не желтый, как в оригинале. По своей текстуре он более жидкий, более такой, не такой матовый, как хайлайтер оригинала. И его намного легче наносить пальчиками. Мне вот мне прямо просится нанести его пальцем. И возьму я пунч. Я его уже намочила, попробую. Он так же, как и оригинал, утащил мой тон.
Лучше пальцами. Вот его лучше не носить пальцами. Ну вот по текстуре, по своей, намного он виднее, и он, я просто на себя смотрю, он как-то вот другого оттенка, даже я не могу сказать. То есть в свотче он казался более желтым, чем оригинал. Здесь он мне больше сейчас кажется более каким-то, более розовым. Непонятно. Хайлайтер. Вот хайлайтер мне очень нравится тем, что он розовый, в отличие от оригинала. В оригинале он желтенький. Но по своим качествам он вообще не какой-то. То есть я вот его намазала, что не мазала. А хочется, чтобы было побольше. Он не такой крутой, он вообще не крутой, скажем так. И трюк со щечкой, повторяем. И вот как раз-таки в трюке со щечкой, если использовать бронзатор из неоригинальной версии, то он очень хорошо смотрится как здоровый румянец. Вот в этом плане мне больше нравится, нежели чем в оригинале использовать бронзатор как румяш. Как-то более, ну, я такая Кардашьян и не Кардашьян. Как видите, если сравнивать фейк и оригинал по нанесению, по тому, как эти текстуры смотрятся на лице, не могу от себя взгляд просто оторвать, то оригинал мне нравится намного больше. Мне нравится тем, что он более холодный, более натуральный, что ли, и более дорого выглядит. А вот фейк, он не так тушуется. Пока я его тушевала, он успел смешаться с тоном и стать какой-то единой грязью, потому что он более жесткий, более пятнисто наносится. Ну, слушайте, что я хотела от продукта за 260 рублей? За скульптор, хайлайтер и за кисточку. 260 рублей. Ну вот что я от этого хотела? Но я должна была попробовать, я должна была бы вам рассказать. Но знаете, чисто мое мнение, что оригинальный за 2700, что фейк за 260 рублей, который фактически в 10 раз дешевле оригинала, я бы брать не стала. Я это взяла чисто на тест для того, чтобы показать вам. И я решила пойти дальше. Что вам просто показывать скульптурирующие стики от Kim Kardashian West? Уж лучшее сравнение сразу сделать с фейком и показать, что не надо брать фейк только потому, что вы хотите что-то, где написано KKW. Я могу вам тоже написать там и каку, и W, и что теперь. Честно, вот за 2700 брать кисточку сомнительную, с одной стороны не пухнет, вторая сторона есть намного больше, более доступных кисточек, более многофункциональных, и брать два стика, которые как фейк, так и оригинал ломаются одинаково. Возникает смысл нафига. Плюс один вот этот продукт весит 1 грамм. Получается, за 4 грамма отдавать 2700... Что-то жабошно, вот откровенно жабошно в моем случае. Но, как видите, я сравнила, я справилась. Вы увидели сами воочию, как ведет себя оригинал. И мне очень понравилось. Я, пожалуй, сама буду им пользоваться, наверное. Не отправлю я его в кейс. А вот фейк, не знаю, куда бы его отправить. Но, знаете, тот момент, который я заметила именно в процессе нанесения на свое лицо, это то, что у оригинала расход больше. У оригинала реально расход больше, и он стащился у меня сильнее. И я боюсь, что при постоянном использовании мне хватит оригинал на неделю. В лучшем случае, на неделю. Если действительно каждый день вы девушка, и вы делаете и скульптуру, и хайлайтер, и пищ, еще и на глаза, то реально может хватить на неделю, ну, в лучшем случае, на две недели. Либо же вы его купите, будете такая... На потом. А год прошел, потому что после вскрытия только год. И все. Нет, как-то что-то неприкольно. Я не знаю. Я вот в плане практизма как-то очень непрактично. Уж лучше купить более дешевый, но такой же по качествам продукт. У меня есть заменители этого скульптора, и ведут они себя фактически так же. Плюс-минус. Но зато от фейка я вас точно отговорила. А за сим я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter. Yeah.